друзья, с вами сегодня Саф Лейсинжел, и сегодня мы играем игрушку Бонзайм, GTA 5 Online, рубрика «Эксперименты». Киндероу, чуваки! Друзья, сегодня мы для вас собрали только самые лучшие и самые крутые тачки. Это, ребята, поезд-пожиратель, крутые бигфуты, крутые внедорожники, спорткары, суперкары, а также крутые военные тачки. И сегодня все эти автомобили мы будем тестировать на офигительном эксперименте «Смертельный мост», где нам придется переплыть через этот мост, состоящий полностью из бревен. И, ребята, если вам данный эксперимент нравится, то сейчас же влепите лайк, подпишитесь на мой канал и, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, снимать ли мне его снова, потому что если вы напишите плюсик в комментариях, то я пойму то, что вам нравится, и я сниму его снова. Так что, друг, пиши плюсик, и я его засниму снова. Но я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы погнали тестировать тачки! Ну что, друзья, мы уже слегка готовы начинать нашу офигительную рубрику. И, ребята, давайте определимся со стороной тачек. Синий или же красный? Лех, давай я выберу сегодня сторону тачек первый. Давай так, ну, смотри, я выберу сторону тачек. Нет, ну я блин. Буду. Нет, я буду. Так, хорошо, тогда давай на камеру, чтобы бумага, мы решим, кто будет давай. Выбирать сторону тачек, за какие вообще машины мы будем сегодня играть. Так, ну и слушай, давай, я уже открыл я чатик. Я готов. Так, я думаю, что написать. Вот, друзья, я надеюсь, что сейчас я победю просто с первого раза. Ладно, раз, два, три, пау! Ножницы! Бам! Ножницы, да ё-моё, так, опять 25, так давай еще раз, так, я, нет, я, наверное, может, так я написал. Так, ладно, я тоже написал, ладно, готов, раз, да. Два, три, пау! Бам! Бум! Камень! Я блин. Победил! Ты выиграл! Ну, слушай, я буду выбирать сегодня сторону тачек, ну, смотрите, друзья, синие тачки, ну, что-то у нас такое интересное, так, ну, тут, синие ну, или красные? Ну, блин, ну, синие, конечно, они, ну, они вроде прикольные, но тут, блин, ну бетономешалка тяжелая, потом бигфут тяжелый, блин, тут у тебя тяжелые какие-то тачки будут, короче, я выберу сегодня красный набор тачек, потому что тут, ты посмотри, тут самые легкие тачки вообще. Ну, Бэтмобиль. Синие тоже крутые, знаешь? Ну, не знаю, ребята, короче, сегодня мы это проверим, и, слушай, давай, значит, мы начнем сегодня с тобой с... А давай внедорожников. Давай я возьму Теслу Кибердак. Давай, ты у меня возьмешь... как раз Сен Кин, который о, идеально проедет по этим бревнам. Кстати, да, кстати, да. Ну, слушай, не, мне кажется, то, что... Смотри. Сен Кин, твой полный фигня. На тебя заехать могу. Ты что, не надо? Не надо так делать, не надо так делать. Так, ладно, все. Я поеду первым. Раз, два, три, полетели. Надеюсь, давай, друзья, Кибертрак сможет заехать, просто проехать эти бревна. Так аккуратненько, ё-моё, опасненько, опасненько. Нереально тут проезжать. Ну, слушай, пока что... Я пока Кибертрак... в очереди. А, слушай, Кибертрак, он нормально так едет. Он идеально просто, ребят, да, проезжает по этим бревнам. Тоже. Да, конечно, да. Да, блин, красный раз, тачки два, три, газую. А, в конце ничего нет, в конце... А, нет, в конце что-то было. Так все, я проехал, слушай, вообще нормально. Вообще офигенно еду. Ну, давай, давай, сейчас, ребят, посмотрим, как Лёха потерпит фиаско. Ну-ка, давай, давай. Да, и... конечно, колеса, смотри, здоровые. Да, ну, потом ну, что, у меня ну, подвеска ну. Офигенная. Да, конечно, давай топись, давай топись, давай. Ну, ну топись. Да. В смысле? В смысле ты делаешь? Смотри, что ты? Как умею. Офигевший, офигевший. А, давай. Ну, блин, друзья, проехал. Смотрите, какой везучий. Это идеалити. Ну, слушай, давай же отправимся на другой берег и посмотрим, какие ты тачки выберешь. Друг, извини, что отвлек от просмотра видоса, но это очень важно. Дело в том, что сейчас проводится очень тайная операция, цель которой 1 миллион подписчиков до Нового года. И в этой операции мне нужна именно твоя. Вот да, твоя, только твоя помощь. Ты должен нажать на эту красную кнопку подписки, чтобы она стала серой, а также нажать на колокольчик, чтобы он звенел. А также нажми лайк, потому что это очень важно, друг. Вот сейчас же сделай это все, ты нам поможешь в этой тайной операции. И, братан, вот, пожалуйста, вот это очень-очень важно. Так что давай, если ты еще не нажал, нажимай на красную кнопку, нажимай на серый лайк и также нажми на колокольчик. Все, меня тут не было, это очень тайная операция. Все, я пошел. Ну что, друзья, мы уже с Лехой на другом береге готовы выбирать наши следующие машины. И, ребят, смотрите, значит, у нас на другом береге стоит уже красная машина и одна синяя машина. И, друзья, напишите в комментариях, по вашему мнению, какой набор тачек все же круче. Вот синий, либо же красный. Вот мне кажется то, что красный набор тачек круче, а вот Лехе кажется то, что синий. У меня хотя... круче. Да, нифига подобного. Вот, друзья, напишите реально в комментариях, какой набор тачек круче. Вот красный, либо же синий. И, Леха, давай, теперь ты выбираешь, какие тачки мы будем ну, смотри, тестировать. Но... 100 пудов у меня про это лодка, так. Так что я выберу лодку. Вот, стой, может, офигеть, лодка, ну слушай, ну у меня, она ребята, не вот утонет. Поезд-пожиратель, ну я не знаю, что вообще круче. Блин, ну смотри, ты едешь первый, давай, в принципе, садись в эту лодочку, набирай обороты, так, давай, это газуй, короче, мне тут надо еще раз я вернуться, поехал, пока что. На изи проеду. Давай, давай, я пока что развернусь, ё-моё, друзья, поезд-пожиратель, ну он очень большой, и давай, заедешь. А, стоп, у тебя же лодка, я только что ну догнал. Ну да, я говорю, она плавать умеет. Я только что догнал, почему ты ее взял?
Это читерская тачка, ты что, офигел? Да, она не утонет. Друзья, это реально плохо. Так, я пока что подумаю, что бы взять в следующем раунде. Так, ну, Бэтмобиль. Вообще так, пофигу ей. Блин, ну, слушай, Она еще легкая, она даже бревна не топит. А как ты так проезжаешь? Блин, я боюсь, что мой поезд, в принципе, не сможет, друзья, проехать. Так. Может кто-то... Ой, кто-то застрял. Кто-то, мне кажется, там уже застрял. Кто застрял? Я кто-то еду. Кто-то уже не может проехать. Так, ну, друзья, нет, принципе... я застрял. Ой, я тебе сейчас помогу. У меня бревно между колес застряло. Ты там жди меня. Беру разгон. Я тебе сейчас помогу. Давай, иди не сюда. Не помогай мне. Да, помогу тебе еще как. Давайте, друзья, сейчас мы проедемся по Лёхе, поможем ему. Пока. Ты что? Не надо. Нет, друзья, газуем быстрее, чтобы тачка наша не потонула. Так, давай. Сейчас потонешь. Давай. Нет, Я не хочу! Стой! Покедова! Ну почему, друзья? Я как титаник какой-то! Слишком здоровый! Я на дне, прикинь, что стою! Офигеть, друзья! Блин, ну, друзья, получается, поезд-пожиратель сегодня не приезжает на финишную черту. И, ребята, давайте уже возьмем следующие тачки! Так, друзья, следующие тачки, которые мы с Лехой протестируем, это будет, ну, допустим, я даже не знаю, давай, наверное, квадроцикл. Я возьму, ты возьмешь... Он уже не проедет. А снега-то нету, друзья. И сейчас, мне кажется, Леха просто утонет, просто утопится, короче. Ну да, ладно, давай, ты первый. Три, газуем, мы погнали. Так, все нормально, слушай, заехал так тихо, аккуратно, тут какая-то птица стоит. Воу, ну слушай, не, у меня квадроцикл довольно-таки легкий, он может даже остановиться на бревнах, и он даже не утопится. Серьезно? Так что я поехал, короче, давай, удачи тебе желаю. Так, главное, дырочки, друзья, смотреть, потому что в дырочку я как бы не хочу провалиться. И аккуратненько проехать. Ну, слушай, я тоже выезжаю. Так, и у меня там? Вроде все чики-пуки. Все чики-пуки, ну слушай, ну я думаю, то, что твой снегоход сейчас, это, короче, утопится из-за того, то, что у него, короче, есть. Смотри, я даже на месте стою. А, ты чё, офигел там это? Я чуть не понял. Он мега легкий. Так снегоход предназначен, чтобы по снегу фигачить, а не по воде. Так у него гусеница внедорожная такая. Какой, ребят, смотрите, все же ты проезжает. Ты мне бревно потопил, кстати. Реально! Ты прыгнул на бревно, но утонул передо мной. Леха, прости, я, честно говоря, не хотел, но, ребята, получается, Леха у нас не проезжает. И, ребята, давайте возьмем следующие тачки и протестируем их. Так, друзья, мы уже вновь готовы выбирать наши тачки. Леха, давай, теперь ты выбирай машины, которые ты будешь тестировать. Я хочу строительную технику, бетонную щелку. Строительную? Чё? Ты чё, офигел, какие строительные тачки? Ёбаные, друзья, у меня получается какой-то грузовик. Ну, слушай, Лёх, давай, как бы, бери там разгон, если тебе нужен. Беру, но мне максимальный кажется, разгон. То, что ты сразу утонешь. Вот даже поехал, не успеешь заехать, смотри. Ты сразу утопишься. Ну-ка, давай. Может, у тебя там бетон еще как бы, сзади там. Опа, и ты нормально поехал, я чуть не понял, ты как это сделал? Офигеть, друзья, он реально нормальный. Вообще все чики-пуки. Какие чики-пуки? Так давай топись там это, топить. Ну, ребят, ну смотри, смотрите. Четко проезжай, не то, что снегоход. Он не топится. Чуть не понял, молодой человек, давайте как бы там притормаживаем. Так, ну-ка, я могу заехать. А мне разгон надо брать, ты что, издеваешься? Тогда-то на первое бревно ты не заедешь. Капец, друзья, надо реально разгоняться. Так, беру, в принципе, разгончик, ладно, раз. Два, три, переключаем передачу и давай, газуй, пожалуйста. Я надеюсь, что я смогу. Ну что там, что там? Надеюсь, что я смогу. Давай! Я вроде как заехал. Нет! Ты заехал! Нет! Я сразу утоплюсь! Я сразу утопился, нет! Ё-моё, друзья, я пошел ко дну, получается, я даже не смог вообще заехать. И, друзья, получается, у Лёхи там бетономешалка как-то проехала, а у меня тачка нет. Ну, у меня-то, знаешь, вместо бетона воздух был, гелий вот воздушный. Ага, конечно. Ну, блин, друзья, ладно, давайте уже возьмем следующие наши тачки. Ну что, друзья, мы уже готовы выбирать следующие тачки. И, ребят, смотрите, значит, у нас есть Lamborghini, есть Batmobile, есть тачки Hot Wheels. И, блин, что бы такое выбрать? Либо же Bigfoot. Что выберешь? Слушай, я думаю выбрать Bigfoot, да, давай их протестируем. Мне кажется, то, что твой Бигфут из Реновар просто сейчас потопится и уничтожится. Да посмотри, какой он тяжелый, ты, блин. У него колеса здоровые. У него колеса из железа, блин, состоят. Ты что, нормально? Он сразу, мне кажется, потопится. Ну вот у меня воздушные колеса, давай. И я поехал. Давай, удачи тебе, желаю. Поехал. Так, тихо, главное не перевернись, Бигфутик. Так, аккуратненько, друзья, проезжаем. Ну, слушай, он вроде как... А, нет, он топится еще, друзья. Главное давай, сейчас проехать. Давай. Аккуратненько, топись. Так, все. Нет, не хочу топиться. Ай, опасно. Нет, мне перевернуло. Нет, друзья, вылазим. Давай быстрее. Все, слушай, нормально. Почти утонул, но все же я выбираюсь. И, слушай, Бигфут проехал нормально. Ладно, я проеду, давай, сейчас давай. Моя очередь. Да, мне кажется, ты нифига не проедешь. Давай, ну-ка, еще. Не, у меня вообще легкий. В смысле, у тебя вообще легкий? Нет, топись, давай, это чисто я сейчас качусь. Опять бревна, короче, подоблю. Давай, слышь ты, как это, как...
Ты какая-то пушинка какая-то. Лайман Сквизи. В смысле, ты чё, давай топись. Давай топись, ты чё офигел, давай. Топись, ай. Уйди. Офигел, да топись ты. Смотри. Офигел, смотри, даже на месте могу стоять. Да, конечно, ты сейчас утопишься, блин, да выпендриваешься, короче. Офигеть, друзья, он реально проезжает и... Ой. Он реально проехал. Как ты проехал? Офигеть, он жесткий. Офигеть, друзья, ну получается, Бигфут из Ренуар, он реально легкий. И, ребята, давайте перейдем уже к следующим нашим тачкам. Ну что, друзья, мы уже вновь готовы выбирать наши тачки. Лёха, давай, выбирай машины, которые мы будем тестировать. Вот смотри, я себе выберу, знаешь что? Ну что? Я выберу вот такую вот полицейскую ламбу. Ламбу? Ну тогда, друзья, у меня Lamborghini Sian. Блин, ну слушай, я даже не знаю, какая ламба круче. Мне кажется, то, что моя, потому что у моей красивый зад. Я даже задом проеду. Зад? Лёха, мне кажется, ты сейчас выпендриваешься, как бы утонешь. Так, я понял, у меня нет, у меня слишком низкая подвеска. Лучше передом, лучше реально передом. Ну слушай, давай, газуй. Стоп, ты реально хочешь задом? Смотри, учись, студент! Ты чё, слышь, ты студент, ты сейчас подавишь свою тачку. Ладно, последняя попытка. Раз, два, три, погнали. Ребят, смотрите, вот сейчас обманул тебя. Это что за полицейский разворот вообще было? Чё ты понял, молодой человек, вы чё? Офигеть, смотрите, ребят, там газуют, шлифуют. Вообще на изде. Да, вот, ребят, вот реально. Могу даже так, смотри, оп. Ну что, смотрите, там оп, реально оп, выпендривается. Вот смотрите, реально задом выпендривается, друзья, выпендриваться нельзя. Я просто профессиональный джел-водитель коп. Джел, так, все, я понял. Так, я тоже как бы профессиональный скидыватель флейзин. Так, иди сюда, я тебя сейчас подкину за то, что ты, короче, выпендриваешься. Куда? Реально, ребята, чё? Стой! Я не выпендривался, пожалуйста, дайте проехать, тачка не та! Чё там, проблема? Я утонул, ну блин! Ну Лёха, ты даёшь! Как ты задом проехал? Я передом, блин, утонул! Да я скилловый пацан, да учился 100 лет ездить на вот такой полицейской тачке. Да ты офигевший просто, ладно, друзья, получается у Лёхи... Сколько у тебя тачек проехал, офигеть! Ладно, друзья, короче, давайте перейдем к следующему выбору тачек. Так, друзья, следующие тачки у нас будут... Ну, слушай, я вот хочу внедорожные машины протестировать. У меня, ребята, это дождь такой крутой, офигительный. У меня просто специальная тактика есть. Какая тактика? Какая еще тактика? Ты там опять задом что-нибудь будешь ехать? Я первые тачки выбираю, я выбираю самые сложные, вот как Lamborghini. Чтобы ты второй ехал, и ты топился всегда. Ах, ты такой, ладно, все, тебе конец. А ты легкий выбрал, видишь? Конец, я тебя уничтожу. Да, да, конечно, я тебе потоплю, вот так вот остановлю, короче, бревна потопится и все. Ладно, давай, друзья, давай. Я поехал. Ну слушай, вот дождь, он легкий, он реально легкий. У него очень крутые, короче, колеса, очень крутая подвеска, только он чуть-чуть дрифтует. Так, друзья, мне надо уже подъезжать, так потому что. Ой, тихо, аккуратно. Да, конечно, ребят, сейчас он выпендривается, как обычно, короче, упадет, утопится. Ну, блин, друзья, уже получается 5 синих тачек просто проехало. Слушай, какой крутой внедорожник, это военный, да? Это да, это какой-то реально военный внедорожник, специальный. Специально, наверное, для каких-то экспедиций. Ну, слушай, мне тоже нравится, но надеюсь, что он сегодня потопится, потому что пока что синие тачки, ребята, все уже круче. Давай топись в этой яме, блин, говню какой-то полный, ушлепок. Так, ну давай, топись. Смотри, на изи. Ну давай, давай, еще. А ты задом еще едешь, оказывается. А ты думал, что передом? Я думал, передом. Офигеть, друзья, да топись. Ай-яй-яй-яй, ой, у меня бревен нету. Ой, бревен нету, это хорошо. Бревен нету, это хорошо. А что мне делать? Давай. У меня тут тупик. У тебя тупик? У меня нет, у меня все хорошо. Надо взять разгон, давай, бери там разгончик, друзья. Пока что, Леха, там утопится. Готов? Ребята, раз, реально два, непотопляемый внедорожник. Что это за бред? Давай, топись. Просто утопился в самом конце. Тут, слушай, наверное, непрочные бревна стояли. Но, ладно, друзья, давайте уже перейдем к следующему выбору тачек. Так, друзья, следующий выбор тачек, Леха, за тобой. Давай, выбирай машины Lamborghini. Ну, по своей тачке ламбу возьму. Ламбу, так, я понял. Хорошо, у нас тачки из Hot Wheels, у меня получается такая жесткая тачка. Чем труднее тачка, тем, ну, мне легче, я первый, а тебе труднее второй. Я понял. Ладно, давай, газуй, давай, труднее, там, сложнее. Давай, передом, как хочешь, либо боком. Давай, нормально. Давай без выпендрежа, как бы нормально, по-человечески. Тани, ты задолбал уже, Тани, ты ё-мо. Смотри, как выпрыгнул, ну, все, давай. Слушай, что ты проехал, давай. Да я ультрабыстрый. Другой берег, так, ну-ка, ну, ребят, смотрите, там нормально. Чё? Давай, чё, Лёха, топись. Она у меня... слушай, я не могу заехать. У меня заглохла машина. Давай, ребята, все, Lamborghini, полная фигня. Так, я пока что возьму разгончик. Подвода на миллиметр ушла из-за глупого. Ну, слушай, неплохо. Это Lamborghini Hot Wheels, она, в принципе, развалюшная. Ну, что едешь?
что едешь? В смысле? Так я завелся. В смысле? А, ты что офигел? Я думал, ты уже утонул. Так, давайте, ребята, догоняем быстрее. Я тебя подожду, давай. Да, конечно, подожди. Давай. Ты что? Леха! Что делаешь? Леха! Леха! Ты, блин, ну, друзья, он реально в шлепок просто взял меня. Я потонул. Я тоже потому, блин. Офигеть, друзья, ну это просто жесть. Ладно, давай уже перейдем к нашим последним тачкам и посмотрим, какая тачка сможет переплыть берег. Ну и, друзья, последние тачки — это наши Бэтмобили. У меня, ребята, этот Бэтмобиль. А я вот это заберу. Да. В смысле, что ты заберешь? Вот это вот. Что вот это? Что вот это? Все, я поехал. Я что-то не так, ты давай садись, Бэтмобиль. У меня невидимый байк. Да, тут, конечно, да? Невидимый байк. Да-да-да, ребята, да, рассказывай тут нам. Ну, слушай, а как дверь открыть, слева или справа? Не знаю, мне кажется, слева, давай, там она открывается. Или сверху она открывается. Она, слушай, я не знаю, а вот, вот ты сел, давай. Все, ребята, ну, короче. Мой классный Бэтмобиль. А, кстати, кто первый? Вроде как я первый, ты поехал. Первый, да, ребят. Леха первый, давай. Да, ну... я обманываю, я же на Ламборгини первый ехал, давай, моя очередь. А, кстати, да, так что я первый, что-то у меня тут обманываешь, короче, все. А вот давай, хорошо, давай вместе. А, нет, я передумал, давай. Давай вместе, слушай, нет, давай вместе. Не, мне кажется, вместе идеально, ты чё? Давай, я по тебе проеду, спасибо. Ты чё, офигел? Давай. Всё, короче, ребята. Я зацепился, прыгиваем. Короче, друзья, просто жесть, наши Бэтмобили просто не смогли вообще проехать. Они тяжелые, бронированные. Они реально очень тяжелые. И, друзья, сегодня в серии, получается, побежают синие тачки, потому что сегодня Леха перевез, ребят, на другой берег 5 машин. Я, ребята, только 4 тачки. И, ребята, если вам данная серия понравилась, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на канал Лехи, ссылка будет на него в описании. Также, ребят, не забываем писать, снимать мне данную рубрику чаще. Пишите об этом в комментариях. Ну, с вами Флейзи Жел. Всем пока, народ! Всем пока, чуваки!